Вокруг нас постоянно происходят интересные события, просто мы не всегда обращаем на них внимание. Например, слева от меня находится редакция телеканала ЮТВ, где и размещается наша служба новостей. Ну а справа от меня находятся конференц-залы компании Уфанет, в которых постоянно происходят очень интересные мероприятия. Одно из них состоялось сегодня. Кстати, на него были приглашены настоящие профессионалы. Семинар «Система Global Rural» проходит раз в квартал для бухгалтеров, бюджетных организаций, коммерческих организаций. На сегодняшний день в этом зале семинар как раз проходит для бюджетных организаций. На этом семинаре очень такие, на мой взгляд, важные вопросы мы обсудим. Это изменения в бухгалтерском учете, связанные с 402-м законом, изменения в 157-ю инструкцию, как, собственно говоря, для автономных, для бюджетных, для казенных организаций. Вот, большой блок вопросов мы обсудим внутренний контроль и аудит. Впервые статья появилась в законе 402-м о необходимости ведения внутреннего контроля аудита в каждой организации. Ну и также вопросы, связанные, естественно, с имуществом, списанием, постановкой на баланс. И здесь у нас собралось 80 человек. На самом деле, впервые проводим в этом зале семинар. Нам очень понравилось, что в центре города находится, что светлый, хорошо оборудованный зал, очень комфортно здесь находиться и очень приятный персонал. Такие семинары проводят многие компании, развивая направление своей деятельности. Если и вы хотите провести подобное мероприятие и на данный момент занимаетесь поиском помещения, то просто позвоните по номеру в Уфе 2900 412. И, возможно, конференц-залы компании Уфанет – это то, что вы ищете.